Друзья, всем большой привет! С вами Роман Тамоев. Буквально минут 20 назад закончились первые дебаты претендентов на должность главы Хакасии. Интересно было мне за этим процессом наблюдать, я очень сильно их ждал. Мне интересно было посмотреть то, каким образом основные оппоненты выступят по теме экономика. Мне очень интересно было посмотреть, кто какую тактику изберет в ходе этих дебатов. И вообще, извините, вообще сам этот процесс дебатов, это очень интересный и очень такой эмоциональный процесс. Неоднократно сам принимал участие в дебатах на всевозможные уровни выборах. И в этот раз реально мне было очень интересно за этим всем наблюдать. Уверен, что те, кто следит активно за тем, что происходит в Хакасии, тоже, наверное, смотрели эти дебаты на местном канале. Эмоционально было, очень, так вы знаете, закрученный такой сюжет, но сюжет по принципу трое против одного. Классика жанра, когда кандидат-спойлер от псевдокоммунистов, псевдогрудинин, вообще я не понимаю, зачем он баллотируется и идет на выборы, хотя, в принципе, законом не запрещено, где-то как-то продавили, протащили, короче, идет. Вообще, по этой кандидатуре вообще умолчу, ничего не буду говорить, его роль в этом всем избирательном процессе понятна. И вот в этом-то, с одной стороны, забегая вперед, скажу, что есть такой большой минус нашей избирательной системы, когда под определенные лазейки в законе или еще по каким-то причинам могут проходить вот такие люди с такими фамилиями, представляющими псевдоопределенные структуры и партии, которые вообще абсолютно никакой работы в общественном поле, в общественной жизни не ведут. Поэтому это как бы такая уловка нашего избирательного законодательства во главе с Эллой Памфиловой. Вот вообще, в принципе, обо всем не могу ничего такого хорошего я вам сказать. Так, идем дальше, значит. У нас еще есть Молчанов. Лично его знаю от ЛДПР. Еще по молодежке, когда в Красноярске работали, он тогда вообще юнец был. Его роль тоже есть определенно понятна и ясна. То есть, в принципе, как и у всех коллег, или как можно сказать, от ЛДПР, образ, речь, поведение, манеры... Короче, все это классика такого ЛДПРовского стиля. Но самый большой такой минус, что Путнева толком ничего не было сказано, эмоции. Вообще просто иногда такие вещи говорил, которым даже я не могу что-то даже прокомментировать. То есть мы понимаем прекрасно, что второй кандидат, который идет помогать товарищу Соколу в ходе этой избирательной кампании. Ну и непосредственно главный оппонент Валентина Олеговича, это Сокол. Самое что интересное, в ходе дебата всегда люди могут задавать друг другу вопросы и находить на них ответы, если его оппонент может что-то сказать. Самое интересное, что хочу отметить, Валентина Олеговича Коновалова, он все-таки удар держит, молодец, действующий глава региона. Помимо того, что он задавал вопросы своим оппонентам, да, в то же время он еще и успевал приводить определенные цифры, факту, статистику по экономическим показателям, по направлениям в работе и так далее. Конечно же, когда ты глава региона и когда на тебя набрасываются трое, здесь надо, конечно, держать себя в тонусе, надо быть четким, надо все контролировать, эмоции и так далее. С чем он блестяще справился, молодец, задавал достаточно острые вопросы тому же Соколу. И я считаю, что Сокол в этих дебатах проиграл по той простой причине, не потому что я поддерживаю Коновалова. Я просто при всем уважении ко всем этим троим кандидатам хочу сказать, что когда тебе задают вопрос, что вами сделано на посту депутата Государственной Думы от Хакасии за последние 2 года, отвечать на это надо, безусловно. Конечно же, лирика на дебатах тоже уместна. Можно порассуждать, кто как говорит, кто как выступает, кто-то эмоционален, кто-то менее эмоционален. Но когда троица втроем в ходе этих дебатов набрасываются на одного, то, безусловно, если ты чувствуешь в себе силу, так ты обратись к этим оппонентам и говоришь: так, друзья, есть такие-то вопросы, давайте решать их вот так-то. Но, с другой стороны, дебаты тем и прекрасны, что ты можешь здесь дать волю каким-то там своим эмоциям, цифрам, фактам, о чем я уже говорил выше. Поэтому я считаю, что экономический блок сдан. Валентин Олегович держался очень достойно. Кто не знает и не видел эти дебаты, можете посмотреть в Ютубе на канале РТС, я думаю, в этом, или Свободных Хакасия. Эфир этот есть, в записи можете глянуть. А так, в принципе, конечно же, когда ты уверен в себе, как Валентин Олегович, когда ты четко говоришь свою программу, свои планы и видения, я думаю, все должно получиться. С другой стороны, может быть, сити-менеджером, поменять много регионов, быть неплохим, я бы даже сказал, может, даже хорошим человеком, другое дело, что выборы, и когда территория
нуждается в определенных людях, то это немножечко другой момент. Поэтому я считаю, что все было, в принципе, интересно. Всегда люблю дебаты за накал, за возможность высказаться. Вообще люблю дебатировать, поэтому жду, когда у нас уже пойдут выборы. Вот, поэтому сидел прям, знаете, как будто сам в студии присутствовал. Поэтому Валентин Олегович экзамен сдал, молодец. Ждем, короче, уже теперь следующие дебаты. Я думаю, будет очень интересно. Реально, очень будет интересно. Так что увидимся. Следите за тем, что происходит в Хакасии. Пока-пока.